Приветствую вас. Ага. Да, вы, пожалуйста, представьте, чтобы все знали, кто вы. Я Юрий Душин с Иваново. С Иваново, да. Я вас сердечно приветствую. Я вас знаю. Угу. Очень хорошо. Вот до ноля дошел. Да. Ну, расскажите о своих успехах. Когда вы начали заниматься ключом, и как вы это делали, и какие у вас успехи? Я начал 9 мая. Увидел вас по теле. По интернету, да? По интернету. Так. А почему вас это заинтересовало? А потому что увидел знакомого там, с вами занимался. Анатолий Алексеев. Ага, да. С кем вы начинали запускать программу «Помоги себе сам», да? Да, это было давно. Это было очень давно, да. А проблем-то у меня очень много. По Первому каналу телевидения, по Центральному еще до Первого канала, да. До этого было, когда по московской программе мы с ним занимались, уже тогда было давление зашкаливало. У вас. А он занимался этим делом. У вас давление зашкаливало? Да. Так, вам сколько лет? Мне сейчас 79. Молодец какой. И вы начали заниматься ключом, да? Да. Что вы делали конкретно? Конкретно сразу начал с 5 упражнений. Да, и синхрогимнастики. Синхрогимнастика и разведением рук. А тогда еще синхрогимнастики как таковой не было еще. А были разведения рук, это был стресс-тест ключевой, так? Ага. И у вас руки пошли, и вы определились. И пошли в стороны и сходились. Сходились, так. Вверх никак. Так, и что было с давлением потом? Да, потому что зажим от правого плеча. Так. Ну и вы сказали, разминайте. Ищите точки. Да, все эти точки, так. Ищите точки, вот и искал. Систематически вам звонил. Так. Ну, а потом, значит, у меня что было... Сейчас схожу, вот уж я и забыл, с чего начал. Значит... Всего ничего. Вы скажите, говорите, до нуля дошли, да? То есть ноль чувствовали, да, состояние? Да. Состояние какое? Ну, чувствовал, а потом, кроме нуля, ночью перегруз, это переключение с медленного этого сна на быстрый. Как вы это делали? Я медленный сон, он у меня около час с небольшим просыпал, это побывал я там, потом резкие боли. У вас боли, да? Да. То есть вы из сна выскакивали, да? Да. Что вы делали? Ну, в зависимости от того, это у меня боли... Все боли понемножку стали проходить. То у меня зубы болели. Это вот все недуги. Так. В следующий раз правая нога у меня не ходила. Там болела. Потом шея начала болеть. Вы говорите, шею развиваете. Вот последний раз уже у меня вот на Рождество... 6-7 я ай-яй-яй сделал эту. Это прием, который изобрел Влад Орлов. Да? Да. Вот его привел. Человек будущего, Homo Futurus. Да, Влад Орлов. Я хочу передать приветы нашим участникам школы, потому что вот сейчас новая книжка уже опубликована, она сейчас 31 января издательство АЭСТа ее выпускает. Uh-huh. И там есть несколько приемов с именами наших авторов. Вот и еще пусть это будет им сюрпризом, они увидят свои имена там
И следующую книгу я сейчас заканчиваю, тоже скоро сдам в издательство. Там тоже будут новые имена. Наша школа вся участвует, создает сама на основе принципов ключа, создает свои приемы. Вот для этого наша школа и существует. Да. Сделали это, а я... Тоже практиковал. Запись-то от вас там у меня не есть все. Вот. Ну, мне приятно это слышать. Ну, в результате-то как? Как вы себя чувствуете? Все очень хорошо сейчас. Даже шея лучше стала, потому что я изобрел, когда уже ночью-то шею болит, не знаю, что делать. 28 числа у вас был ФА, этот... Формула ФА, это новая методика, элемент ФА. Вау, это потрясающе, конечно. Вы его да, тоже... Я-то там не был, понятно, но там женщина выступала вот с вами, Ольга. А, да. По-моему, я наслушался, чего она там сделала. Я думаю, что когда плохо, то надо стоп сказать. Так. Вот. Ну и после уже... Последний раз вот уже 16-17, аккурат вот вчера, за два дня я вам дозвонился, вы говорите, еще два дня уж не звоните. И вот последний раз у меня, значит, когда очень здорово колено болело, левое уже, потому что у меня все колени, значит, болели. Сейчас вроде все нормально и шевелится... Скажите, пожалуйста, вот за этот период, сколько раз вы со мной в скайпе разговаривали и по сколько минут примерно? Вот мне интересно, вот я хочу вспомнить, потому что я-то вас знаю хорошо, и время от времени вы мне звоните, и вот сколько раз примерно вы мне звоните? Ну, 120 звонил больше. За какой период? За какой период? Вот с мая месяца по сегодняшний день. Понятно. А сколько раз вы смотрели вот там на Ютубе вот эти материалы, видео? Ой, много. Я всю книжку вот такую сконспектировал. Все у меня записано вот в этой книге. Вот какая. Молодец какой. А скажите, пожалуйста, по сколько минут мы с вами разговаривали? Мне интересно. Ну вот сегодня сколько всего? Не очень много разговариваем. А там по, ну, меньше 5 минут каждый раз. Ну, то есть примерно 20 раз по 5 минут примерно вы звонили и занимались по Ютубе. Вы смотрели видео, материалы вели свои. Да, все почти есть. Молодец какой, молодец. Ну, чувствую себя хорошо. Звонит и говорит, я там взял, сделал ваш стресс-тест, а у меня не идет. А я говорю, ну и пускай не идет, потому что дело же не... Это же называется стресс-тест. Да. У вас какое состояние? Если у вас что-то болит, возьмите другой прием или разомните это место. Ну, вот занимаюсь, да, очень хорошо. Ну и последний-то раз у меня вот афоризмы-то, я вам там написал. Молодец. Как выйти на себя со стороны-то? Это значит в ноль войти. Да. Мы здесь, сны-то очень хорошие сейчас снятся. Молодец какой. Я выхожу. Вы жениться не собрались еще раз? Смотреть. Ты молодец совсем. Да? Вы же знаете, я юморист. Мне вас приятно видеть. И хорошо, что вы вот мы с вами сейчас решили запись сделать. Хорошо очень. Никогда вот так вот не делаю записи, чтобы кого-то... ну, какой-то отзыв рекламировать, там нет. Вот мы запись сейчас сделаем для того, чтобы другие люди посмотрели и поняли, что вы занимались, с неба падает. Вы занимались, и поэтому вот результат. И я вам очень благодарен, что вы согласились со мной поговорить. Я очень рад. Я уж как рад. И Анатолию Алексееву привет передадим, я ему эту запись отправлю. Ага.
что он порадуется, потому что мы с ним начали эту программу «Помоги себе сам» еще столько лет назад. Да, очень далеко. А я-то в то время, у нас телевидение пропало, значит, с ним связи не было. Туда я к нему приезжал за капсулами, чтобы водными процедурами заниматься. А потом все развалилось. Ну да, через спутник сейчас ведет передача или еще как-то ведет. Кто хочет, пожалуйста, я вам рекомендую. Мой друг Анатолий Алексеев, выдающийся человек, потому что... Да, молодец он, конечно. Такой, да, он ведет эти... Вот у меня палец-то не поднимается, как у него. Вот правую руку, вот так-то. Только с усилием. Понятно. С усилием, ну, на выдохе вот. На выдохе, да. Будет подниматься? Будет, конечно, потренируюсь. Впереди мы собираемся жить 150 лет. Ага. А может, 170. Вот. Через 5 у меня месяцев 80 исполнится. Молодец. А мне в марте 4 числа 70. Так вот, я уж знаю. Так что мы скоро будем справлять праздники. Да. Жене 75 исполнилось, вот, месяц назад. Молодец. Она делает упражнения, нет? Делает. Она поговорила с вами, но все ей не... Она заслуженный учитель английского языка. Что? Она очень занята. Понятно. А мы-то же в изоляции, в деревне. Приходится сюда приезжать, на скайпе разговариваем мы. Я себя-то увижу... Могу включить-то себя как-нибудь? Вот да. Нашу запись. Да. Смогу увидеть? Да, конечно. Сейчас я вам передам. Угу. Даже сейчас, когда закончится запись, вы сразу ее можете посмотреть. Она там у вас и останется. Хорошо. Мы ее еще в YouTube поставим, и я вам еще ссылку передам. Хорошо. Ну, хорошо. И жене вашей большое мое уважение. И поздравления с праздниками, с Новым годом, с наступившим. Да. Дай вам здоровья и счастья. Я очень рад, что вы пользуетесь этой методикой и в этих условиях, которые сегодня такие сложные. Да. Вот в таком мире, в гармонии, в такой живете, я молодец. Молодец, спасибо вам. Вам спасибо большое. До встречи вам. До встречи. Запись, пожалуйста, посмотрите, она у вас там прямо остается. Хорошо. Наталья, привет. Наталья в Белоруссии. Белоруссия. Город, деревенька, мы там были всей семьей. У меня там друг. В Витебском в городе городок. Город-городок был. Да, вот. С семьей. Там у меня друг был, царство ему небесное, тоже доктор. Передам я сейчас привет. Прямо сейчас передам. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.